Друзья, всем привет! Провожу эксперимент. Телевизор LG. Пульт. Очень круто, если у вас телек тоже с такой функцией, да, когда вы можете пульт использовать как мышку. Вот телевизор большой диагонали. Вот, и открыли мы интерактивное виртуальное пространство. Вот с помощью пульта, в принципе, происходит управление. Очень удобно, обязательно этот опыт испытайте, попробуйте, перемещайтесь по всем пространствам. Вот посмотрите, как это работает, вот на скорость работы, на тот опыт захватывающий, который, ну, он реально кайфовый. То есть я сам, честно говоря, не ожидал, что на телеке, да, будет так быстро работать. И ну, типа, вообще прокайфовал очень сильно от процесса. Вот. И обязательно сейчас покажу вам интернет-магазин, да, который буквально вчера мы интегрировали. Вот. И у вас тоже появится такая возможность добавлять свои бизнесы, в принципе, в интерактивное пространство. Ну, вот у нас эта локация, город номер 4, мы его назвали. И, соответственно, вот видите, такой город торговый. То есть здесь будут размещаться всевозможные бизнесы, локации, да, для купли-продажи. Ну, соответственно, нажимаем мы на виртуальную локацию с бизнесом. Вот локация открывается в рамках интернет-магазина. Можем открыть на весь экран. И, соответственно, вот в рамках бренда уже мы абсолютно находимся в выставочном зале вот бренда минеральной косметики. Вот, и даже при возможности мы можем вот товары здесь приобрести. Поэтому обязательно пользуйтесь возможностью. Вот, и перейдите на телеке на это интерактивное пространство. Посмотрите, как это работает. Вот обязательно отпишитесь о своем опыте, потому что очень интересно, как ваша техника, как ваши гаджеты взаимодействует с виртуальным пространством. Еще раз показываю, да, что все управление происходит с пульта. Вот. Пользуйтесь, как говорится, на здоровье.